Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Добро пожаловать. Игра про рыцарей, про средневековье, про конницу, про мечи, пики точенные и прочее, прочее, прочее. Видите, вот парень мечом себе, кажется, плечо повредил. Правое. Ну ничего. Игра называется Мордхау. Вон они пошли. Конечно. Колхозники. Нож не рискуй. Вы прошли, кстати, тренировку, вы знаете, как сражаться-то? Да. Кулаками просто вешаешься. Окей, ладно. Они еще и камнями закидывают. А, дождитесь следующего. Крестьяне. Понял. Смотри, что нашел. Что нашел? Офигеть. А тут лутбоксы, кстати, есть. Ну вот получается так. Ты кинул, короче. О, мотыга есть за 15. Вот это нормально. Короче, один меч, один щит — это плохо. Вот, нормально. У чувака сковородка. Да, у меня вопрос, а в средние века вот такие сковородки, они были, существовали? Ну, это наверное, антифаль такой древний. С покрытием, да? Антипригарным. Да, антипригарным. Ты посмотри, как он мочит ей. Надо скачать. Блин! Парень с косой разрубил меня. Вот, плюс 25. Вот, сколько кровища. А это когда ты играешь за... За тридцатку можно молот кузнеца взять. Обалдеть, тут можно резать ноги и руки. Ну если ты поставил настройку. Похож на маньяка. Ну да, там есть ультражестокость в настройках. Да. Боя, схватки. Ауч! Ты ко мне опять пришел, чувак, с топором. Помогите. Блин, а я не знаю, мы где-то... А вы вообще на другой стороне. А ну мы типа тут написано было, что волна будет идут. Так хочется крикнуть за короля, но со своим инвентарем я не похож на рыцаря. Они смогут запрыгнуть на бревно? Да, они смогут сделать все. Уходили с вами. Они камни кидают! Прикрывайся. Говно! Ну блин, у него длинный боевой топор был. Зима пришла. Во, пошли. Правда, я не знаю, с какой стороны. Компаса нет. Вы скажите, когда закончится. Ну ладно, я вас пока ограничу на стриме просто. Просто мы плохо играем. Ну, нет, не исключает данный факт. Что это было? Так, ну все. Добло разогревочное, чат, я готов. Причем хорошо вооружены. Не знаю, я чела с топором пытаюсь убить. Чела с топором вырубил. А, еще двое бегут. Меня убили. Бляха-муха, там сзади еще на мостике подошли. Что? Чувак до сих пор кулаками сражается. Выглядит фаново, согласен. Но это мы пока в режиме орда играем. Там тим десматч, я думаю, еще веселее. Мне пришли и меня размотали. Совсем понял. О, ребята, там дедшот просто с арбалетом, да, они сидят и стреляют. Ёб твою мать! Простите. А что делать, если за мной бежит 15 человек? Там чувак уже 46 убил, если чё. Да, я убил пятерых. Очиститься одного. Слушай, я другими вещами был занят, я с чатом общался. И вообще у меня сенса не настроена, сейчас вот я настрою. Я дал одному. Ой, меня просто закидали камнями. Я убил одного. А тут на крыше можно забраться. А они по лестницам не лазят, кстати. Да, Денис, зато тебя закидывает. Я спрятался, нормально все. А, нет, закидывай, ты прав. А где? Слушай, давай я к тебе. Вообще одежда, оружие. Ко мне ты сейчас приведешь. Дерьмо? Они дерьмом кидают! Блин, у них дерьмо бьет сильнее, чем моя булава. Ой, блин. Да ну вас в это. Да ёб твою налево. Едить тут. Я, пожалуй, побегаю, ребят. Вы как хотите. Ой, блин. Ой, тут лучники появились. Блин, меня просто сбили. Это реально читерская башня. Они забраться не могут? Ой, Ройзер зашел, Аркадий стрелок. Прощай, Улиман. Это Ройзер на центре, да? Отлично. Сосай, принцесса!
Так, кажется, на, по жопе тебе! Ты кто, сука? Барт пришел! Рутер, Барт! А что, он моральный дух? Поддерживает в команде. Сзади Дангар! Меня уже убили. Оставьте Роузера, он играет что-то. Я видел, ты поставил ловушку. Ауч! Ребята, давайте, давайте. Вот, нормально, давай. Жмем их, побеждаем. Где этот топорщик? На тебе, с**ка. Ребята, ну-ка, навались на них, навались, навались. Так, вот этого отбившегося, давай, давай, давай. На, вот так, нормально, нормально. Нормально, расчистили хорошо. Не вот, вот этих теперь, ага. О, у меня жопа нет, горит! Нет, в дым не идем, в дым не идем, в дым не идем. Что это такое? Я просто весь в крови. Ой, ой, свой, пардон. Ребята, так ребята, хватит навались, навались свой. На этих капканчиков. Ай! Мне кажется, на примере данной битвы снимали как раз последнюю серию. Только там было чуть потемнее. Немножко темноты добавим. Так, я за свинюшек. Чё-то когда трое на тебя налетает, не очень. Не очень, да? Да, не... Победа! Ну, у нас есть, тащите. Чё здесь? Чисто на горнах вы говорите? Конец сначала перебить. А лошадь-то зачем? Можно было прокатиться на ней, наверное. Ой, я упал. А у него из жопы коня, короче, говно вываливается, которое можно подобрать и кидать. Блин, как вам такое? На! Повреждение транспорта говном плюс 5. Ну? Заберите коня. Доездился. Забрали. За короля! Это ты? Это ты? Сука, да. Ай-яй-яй, самоубийство! На тебе! Наш предводитель на коне. Да ёб! Да я пытаюсь разобраться, как мне... С клавой. Помню, как он тему лопнет, и клава глючит. Эй, со своей клавой, между прочим! Олькмайста! Олькмайста! Ай! Замуровали. До меня в пятером побежали. Ножка! Я ощутил! О, здрасте! Кто там камнями швыряется? Блин, я не переживу, если меня балалайкой забьют. Ну нет, он это сделал, Cloud9 Agent! What the fuck? Пожалуйста, убейте его! Я не виноват! Спасибо. Так, а теперь я буду играть. Ты меня убил. На ней реально можно играть. Так, а что с катапультой, ты разобрался? Она работает? Да, работает. Она реально работает. Только своих не убей. А, ты бы раньше сказал. А, ой. Вот да, да, походу отхиливает на точке. Все, теперь ты без оружия, дружище, беги. А вы за какую сторону играете? За красные и синие. Угу. Тихо, ну да, да свои же вы чего, ребята? Бей своих, чтоб чужие боялись, знаешь, как говорится.
Так, я у них на базе, я не знаю, что я здесь делаю. О боже. Ай! А ты на лошади был? Нет. А, ты пешком набежал? Здравствуйте. Не заходите, пожалуйста. Нет, 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 уйди, 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 уйди. О, офигеть! Много. Зафигачили с этой с катапульты. Типа кто разве вообще? Мужчина. Вы так классно выглядите. Давай, херачу, отлично. Их пятеро, нет, шестеро, нет! Я не убью, они убивают себя! А нам нужно именно тележку толкать, да? Или как? Ну, я не знаю, она толкается, наверное, поэтому ее надо толкать. Если что-то толкается. Этот товарищ из сковороды еще и тибегает, вы представляете себе, а? Не наши, я все уже. Не наши. Господи, ну пожалуйста. Блин, опять чей-то батя ворвался с сковородой. На тебе, сука. А где, где он, где он? Да как это работает? Упс. Офигеть, он заблокировал мою стрелу. А то есть можно оружие брать ближе и дальше? Да, на букву R. Ты это уже команды дал. Ребята, вы где? Тут опять воюю справа. Я по центру. Я справа. Я еще воюю справа. Ой, я своего убил и чужого. Ой, там батя опять, батя бежит. Остерегайтесь батю. Он с двух рук что ли херачит? Он безумный. Батю убили. Враг захватил. Так, ребят. Все упал. Я застрял в лестнице, нет! За короля! Я сковороду взял, все, хала всем. На тебе, убил! Батя пришел на су... В ящиках. Если найдешь. Да. Ну, на них стрелы на них отображаются. Как же он орёт! Я буду какие-то. И Роузер, например. Ага. Тут что-то их много, нет? Из этого можно стрелять? Да, стреляй, стреляй. Так вот как это работает, меня два раза из такой херни убили. Красавчик. Вань, это просто замечательно, если бы еще мне кто-нибудь жопу прикрывал. А то ты показал, как бы. А рядом со мной есть кто-нибудь, а то у меня тут четверо. А, тут ребят, Денис вот сейчас будет. Там он захватывает точку. Пока вот нет. Давай, ножка, давай! Нормально, чисто зашел в туза. Там какой-то босяра остался. По нему урона почти не проходит. Его убить не могут, Лу. Так это, вот по это сути, вот босс. Вот тем его, босс, да. Его сейчас пытаются вчетвером завалить. Не получается. А скольких он уже жесткий повалил? Все. Готов. Я даже не увидел. Да он повалил человек 10 точно. А, такой в броне. В общем, чат, такая вот игра. Не знаю, я думал, что она чуть более веселая будет. Точнее, она веселая, но не знаю, я вот уже устал, сколько мы играем. 3 часа прошло, да? Ну, вот этот режим, как бы, можно один раз, пару раз пройти. Там, с ребятами.
Battle Royale, ну, такой себе, я вчера заходил, никто не играет вообще. Team Deathmatch, Deathmatch, норм. Клевый графон здесь, присутствует расчлененка, чем, собственно, она меня по трейлерам и зацепила. Я такой подумал, игра для мужиков. Ну, и она хорошо работает. За свои деньги это хорошая игра. Здесь хороший баланс между аркадой и реализмом. Спасибо вам за просмотр. До новых встреч. Не знаю, до завтра или нет. Ну, скорее всего, до завтра. Пока.